Как проверить бронепровода? Подопытный у нас будет от Subaru Impreza. То есть три основных пункта. Первый – это визуальный осмотр. Чтобы не было ни трещин, ни порезов, ни потертостей. Чтобы визуально бронепровод был целый. Второе. Если первый пункт вы прошли, а у вас есть легкая вибрация, заводите машину в темное время суток и смотрите, чтобы не было пробоя. Ну, то есть искры, наверное. То есть он может так пробивать, может куда-то там искра еще уходить, допустим, на корпус. Если этого нет, меряем сопротивление. Для того, чтобы замерить сопротивление, нам понадобится мультиметр и бронепровод. Для проверки, в принципе, с машины не обязательно снимать бронепровод. Достаточно отсоединить один конец от катушки, второй конец от свечи. Далее выставляем мультиметр на 20 кОм, потому что сопротивление бронепровода в кОмах. Четвертый цилиндр. Минимальное сопротивление 7,3, максимальное 13,7. Если это сопротивление отличается на 2-4 кОм, бронепровод необходимо заменить. И два конца суем. Оп. 15,36. То есть это больше, чем положено. И говорит это о том, что этот бронепровод работал на пробитой свече. Если сопротивление больше или меньше номинального, бронепровод желательно заменить. То есть можно поставить на 200К, будет показывать 15,3. Можно поставить на 2000К, кОм, ну 15, то есть он конец не показывает. Бронепровода необходимо менять комплектом. То есть можете, конечно, поменять один бронепровод, но особо вам это не поможет. Всем спасибо, всем пока.